Привет всем, друзья, с вами Мистер Чир, и мы продолжаем карьеру за ЦСКА Москва. Сейчас мы отправили скаута на то, чтобы он следил за Ахмедом Мусой. Также сейчас, наверное, мы с вами отправим его последить за кем-нибудь еще. Так, восклицательные знаки — это новенькие, да, получается? Давайте за вот этим парнишей проследим. Шамуродов. Давайте и за ним пускай последит. Все-таки молодой парень из Ростова. Ну, а мы с вами отправляемся в полуфинал. Играем мы с вами против Саутгемптона. Ну что? Первый удар по мячу в полуфинале. Погнали. Лонг. Ну, здесь Васин уступает борьбу, Игорь. Яшида. Удар, гол, лонг. Что это сейчас было у нас в первых минутах? Мы даже мяча нормально не коснулись. Смотрите, что створил Яшида. Потом удал пас под удар. И между ног Чернову этот мяч залетает в наши ворота. Ну что, придется нам отыгрываться. Фернандес, хорошо, Головин на Витиньо, Витиньо на Аланар. Да что ты будешь, Йошида этот, как он мяч-то видит. Витиньо на Аланаре. Аланаре, ну, что такое-то, а? Лонг. Чернов. Игорь, хороший сейв. Щенников, что-то показать. Головин на Витиньо. Аланаре, Витиньо, Витиньо удар, Тейлор. Хорошо, Вермблум, пас, пас будет, еще один, Аланаре, Аланаре. Головин, хорошо, Витиньо, Витиньо ударить, Тейлор. Надхо, Дзагоев, Аланаре. Аланаре! Головин догнать мяч. И на Аланаре. Мяч до Аланаре доходит. Аланаре. Штрафной. Аланаре. Витиньо! 1-1. Посмотрите, что сотворил сейчас Аарон Аланаре. Он просто корпусом шел и закрывал этот мяч, никого не подпуская. Успеваем в раздевалочку гол забить, сравнять счет. Это круто. Ламела, хорошая передача. Рому. Тоже корпусом закрывает. Не даем нормально пробить. Фернандес на Головина. Неплохо. Головина, Аланаре. Аланаре. Витиньо. Дзагоев. Дзагоев удар. Ну что это за удар-то такой слабенький? Но упускает свою зону. Удар Ламелы. Будет на фланг передача. Фернандес должен Маккина отработать. Игорь. Хорош. Мяч не уйдет. Щеников ошибается. Ламела. Миланов против него. Ошибка могла стоить пропущенного мяча, но Тадич не попадает в створ. Хорошо, Загоев. Миланов, Аланаре, Загоев. Загоев пробить! Загоев, Алан 2-1! Вот это гол! Вот это честный нежданчик от Алана Загоева. 2-1 на 88 минуте. Мы выходим вперед в полуфинале европейского предсезонного турнира. Вот это выстрелил. Что? Теперь нужно просто достоять. Надхо хорош.
Алнаре. Заброс на Чалова. Чалов побежал. Может, он от Загоева. Загоев, Алан. Загоев. Выше ворот. Ну что, это конец матча? Да. Мы побеждаем. Счет 2-1. Мы выходим в финал. На кого же мы, интересно, вышли? По пенальти выиграл Ньюкасл. Окей. Против Ньюкасла мы будем играть. И потом у нас сразу же матч в субботу с Анжи. Неплохо. Барселона купила Мертенса за 75,5 миллионов евро. Зашибись. Ну что, финальный матч предсезонного турнира начинается. Погнали. Вернблум. Аланаре. Загоев. Вот Загоев. Удар. Эллиот. Забегает Загоев. Загоев. Наш мяч. Прострел на Аланаре. Не проходит. Подача. Игорь. Хорош. Отцу. Аказаки. Быстренький отцу. Прострел. Удар. Ух, опасненько. Игорь. Хорош. Хорошо, что бьют в одно касание. Вот это меня радует. Витиньо. Витиньо. Удар одиной. Случайно мяч сейчас дошел до Витиньо, и он смог поразить дальний угол ворот. Посмотрите, ошибается защитник при выбивании мяча головой из своей штрафной. И здесь Витиньо уже никто не помешал. 1-0. Теперь соперник будет еще жестче сжать нас к нашей штрафной. Хорош Васин. Не ошибается, так как в реальной жизни. На Аланаре, Аланаре. Корпусом закрыл. Отдал на Витиньо. К концу, можно сказать, уже остается буквально 5 минут, 6. Аланаре. Хорошо, над Загоев, от Загоев. Прокинь доход, но не хватает ему скорости. Витиньо. Оп. Угловой. На Вернблума давайте подадим. Нет, подача на Аланаре пошла. Васин. Витиньо, подача на Аланаре. Аланаре в падении. Ну что, первый тайм заканчивается, и мы ведем 1-0. Подача. Не достает до мяча. Васин хорош. Головин, Александр. Над Загоева, от Загоев. Загоев. Вернблум. Хассонов. Вовремя опустили все. Отцу. Отцу может быстро развернуться. Отцу. Васин хорош. Мимо ворот. Повезло нам сейчас. Чалов. Витиньо. Будет ли офсайд? Нету. Развернулся. Финт. Хасонов. На Вернблума. Вернблум. Витиньо. Передача. Опасненько. Было красиво. Алан Загоев. Человек может и пробить. Чалов. Ух. Хорош хитак. Вернблум. Головин развернулся. Головин, Александр. Ух. Быстренькие парни в атаке у соперника. Мы можем не успеть. Игорь. Эй. Щенников над Загоева. От Загоев дальше на Чалова. Чалов на ложном замахе остановился. На Витиньо. Витиньо обыграл. Витиньо. Удар. Эллиот. Да что ж такое-то. Вроде бы в простых ситуациях, чтобы выиграть мяч. Головин на Витиньо. Витиньо на Чалова. Чалов на Витиньо. Витиньо! Эллиот, да что ж такое? Что за голкипер-то такой? Забросик.
Здесь у нас Головин. Фернандес. Так, у нас травму получает Головин. Сам вставай. Заброс на фланг Щеника. Подача через себя. Чернов. Отдать на Витинью. Витинью на Чалова. Чалов на Головина. Головин с травмой пошел вперед. На Чалова. Нет. Очень слабо. Над Загоева. Загоев. Витинью на Чалова. Чалов. Лучший бомбардир этого кубка. С мячом. Загоев. Витинья. Витинья. Последние минуты. Головин. Последние секунды. Да, это победа. Это победа в предсезонном кубке. Поздравляем мы наших ребят. Вручают медали и кубок. Может, медали, конечно, не вручают. Кубок-то точно вручают. Медали мы не видим. Но вот кубок мы этот получаем. И лучшим бомбардиром этого чемпионата становится у нас Федор Чалов. Оу! Это было страшно. Ну что, поздравляем нас с этим титулом. Ну, а нам остается всего лишь еще отыграть полный чемпионат. И приобрести нам нужно какого-нибудь нападающего хорошего. Потому что Чалова можно поставить под, где вот играет Головин и так далее. Так, по Березуцкому, что там? Предложение по трансферу? Давайте посмотрим. Опачки, ничего себе. Алексей, вы хотите участвовать в АПЛ? Я думаю, что вы не хотите там участвовать. Хотя, у нас есть... Нет, вас я не отдам. А вот Игнашевича бы забирали, я бы был рад. Так, 3700 еще там дали. Мы обрадованы тем, что команда смогла победа в финале. Что? Победить в финале в турнире European International Cup. Надеемся, что вы получили представление о тактике и схеме. Да, мы получили представление о тактике и схеме. Уже понимаем, какой схемой нам придется играть. Предстоящий матч с Анжи. Давайте мы на него... Перейдем. Предложение по трансферу Бибрас Натху. Почти 6 миллионов нам предлагает также английский клуб, где играет Бегович. Но мы, к сожалению, Борнмуту откажем. У нас и так никого нету, чтобы продавать просто так игроков. Ну что, первый матч с Анжи мы сыграем уже в следующей серии. Спасибо всем тем, кто... подписан на канал и поставил лайки. А кто не подписан, ставьте, комментируйте. И, конечно же, Драгов демонстрирует класс, да. Yeah, yeah, forever. Ну что, друзья, давайте. Пока.